Франни – милая и чуточку шкодливая собачка, которая обожает веселиться. Впрочем, ее хозяйка не обижается, потому что знает, как много пришлось пережить ее питомец. Жизнь Франни могла оборваться уже в приюте Хьюстона, Техас, куда она была привезена хозяевами. В тот момент собака была беременна, приют, куда она попала, был переполнен бездомными животными, и ее некуда было деть. Сотрудники предложили усыпить Франни и ее еще не родившихся малышей. Узнав об этом, волонтеры организации Best Friends решили что-то придумать, чтобы спасти бедную собаку. Буквально накануне судьбоносного решения в приют приехала Ким МакДэниел, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. А вскоре она уже везла Франни в своей машине. Ким предупредили, что питомица родится дня на день, и это может случиться во время поездки, поэтому нужно подготовиться. На всякий случай женщина застелила кресло автомобиля клеенкой и простынями. Всю дорогу Франни смотрела в окно, словно чувствуя, что ее жизнь меняется. Действительно, ведь теперь ей не грозила эвтаназия, и это было первым шагом в будущее. 3 дня спустя на свет появились щенки. Их было 9 штук. Некоторые из них оказались слишком слабыми и казалось, что не выживут. К счастью, сотрудники организации не сдались, и бессонные ночи принесли свои плоды. Все малыши выжили. Прошло несколько месяцев, и уже ничто не могло сломить или потревожить эту славную семью. Чуть позже щенков стали раздавать, и они очень быстро нашли свои дома. Собачка показала себя с самой лучшей стороны и буквально очаровала будущую хозяйку. Сегодня питомица живет счастливой жизнью, и ничто не напоминает ей о грустном прошлом. А Ким и другие сотрудники организации Best Friends искренне рады, что сумели спасти собаку буквально в последнюю минуту и не допустили, чтобы Франни усыпили. Иногда спасти чью-то жизнь очень просто, главное оказаться рядом в самый нужный момент.